Темпы расселения тюменцев из аварийного жилья соответствуют заявленным срокам. В прошлом году в областном центре из непригодных для проживания домов съехали 835 человек. 40 зданий удалось снести. Об этом говорили депутаты городской думы на заседании профильной комиссии. Они напомнили, что если жители переживают за техническое состояние многоквартирника, то имеют право обратиться в комиссию. Но, как показывает практика, не всегда такие дома действительно оказываются аварийными. Нарушение правил эксплуатации, независимо от того, какой год застройки дома, очень быстро может привести к тому, что он внешне может оказаться очень похож на аварийный. Это вопрос, безусловно, необходимо задавать к управляющим компаниям. И в случае нарушения правил эксплуатации жители имеют право сменить управляющую компанию. И я думаю, что это не только их право, так и нужно делать. Добавим, что всего в Тюмени 599 аварийных многоквартирников. Львиную долю этих домов расселят и снесут за счет бюджетных средств. Остальные на деньги инвесторов, с которыми подписали договоры о развитии застроенных территорий.